Ты включила запись? Включила. Ах ты! Жирезина! Лучше быть тем, кто прячется. Да. Это ж вообще можно абсолютно незаметно. Чего? Шифтуй! Это ты, да? Я. Сегодня мы в игре под названием Dingus, которую вы уже хорошо знаете, мы несколько раз здесь уже были. Но мы сегодня здесь будем только втроем. Да, это жуткий мод. Да. Я Хантер. А я нет. Я молчу. Мы обязательно, как я и обещал, мы обязательно вернемся сюда с ребятами. С ребятами, в смысле, из Дискорда. Вот, но не сегодня. Сегодня у нас идея видео такая, что мы пытаемся найти... Ну, один человек пытается найти двух человек. Это жутко сложно. Это да, жутко сложно. Среди такого потому что вообще ботов. Непонятно. Да, вообще непонятно, типа, как, куда смотреть и все такое. И право на ошибку всего лишь вот одно. Ну, то есть на одну ошибку. А, ну. А Ульян, я... Стой. Думала... Опа. Что? Вот это сюда! Это слишком очевидно было. Я, знаете, я увидела, как идет Йоша, и думаю, ну все. Он видел меня. Увидел. Я решила скрыться. И, в общем, Улан, прости, пожалуйста. А что? Это как вообще возможно? Да потому что мне нужно было быть осторожнее. Так, возможно, я увидел какого-то человека. Тихо. Короче, ребят, ну я не знаю. Эх, я не знаю на самом-то деле. Может, вы будете давать какие-то подсказки? То есть, ну, вот то, что Ульяна сразу начала делать красное задание, это, конечно, хорошая подсказка. Но в целом вы можете там говорить, не знаю, делаю белое задание или там что-нибудь да, там, да, иду. Иду к белому заданию. Какому? А если я скажу, то ты же будешь знать. Ладно, спокойно. Опа, нет. А где ты? Ну, не тут. О, ты кто? Ну что ты делаешь, Флан, скажи. Я иду к белому заданию. Ну это как-то слишком, тут повсюду белые задания. Ну как-то чуть... К тому же, к которому я шла до этого. Такс. Че ты? Или ты? Отвечайте. Вот я стою рядом с тобой сейчас или нет? Ну, неподалеку. Неподалеку. Все еще стою или нет? Вот сейчас стою? Нет. Блин. Это... Ладно, я потом расскажу. Ладно, хорошо. Сейчас стою неподалеку. Вроде бы нет. Алина. Капец. Делаю красное задание. Тихо. Не то. О, нет. О, что здесь? А что взорвалось? Задание. Так, хорошо. Может, ты? Вот сейчас рядом с тобой или нет? Нет. Да ты тогда не знаю. Все, я так был близок. Вот здесь было красное задание. Я просто, да. Просто не заметил, кто его сделал и ушел. Какой ужас, да какой нет, кошмар. Ты до этого был близок очень однажды. Ты был очень близок. Прям. Просто, блин. Вот. Только, Ульян, проблема. Я не знаю, где задание следующее. Да. Слушайте, мне кажется, что в следующем раунде надо будет всем снимать. Всем записывать экран, потому да. что интересно смотреть со стороны на все это дело. Угу. Ну давай какую-нибудь еще подсказку. Одну. А, ты уже не успеешь, это последнее задание осталось. А ты знаешь, где оно выполняется? Уже нашла. А. Иду выполнять. Выполняю последнее задание Йоши. Остановись. Подожди, не стой, не делай. Остановилась. Не делай, я тебя вижу. Сейчас я запись включу. Ты включила запись? Включила. Ах ты! Жирезина! Откуда ты знал таким быть? Короче, я помню, что там зеленый человечек был и в магазине, когда... Так, если что... Ничего себе. Я Хайдер. Я Хайдер тоже. Ульяна ищет. Вот, когда я был в магазине, там был тот зелененький. Когда я смотрел на взорванные эти штучки, там тоже уходил зелененький. Я подумал, зелененький. А потом я понял, что какое-то задание, ну, которое может быть далеко. Вот. И... Ничего себе. Я говорю, остановись, и человек, который там махал рукой, он такой, я остановлюсь, пожалуй. Короче, вот так. Ну хорошо, давай так скажу. У меня такая желтенькая футболка. Йоша, ну ты зачем так? А зря ты это сделал. Ну просто заданий мало. Да, мало, кстати. Желтая футболка. А желтая, ярко-желтая или...
А там оранжевая и желтая. Вот желтая. Ну, типа, она такая желто-оранжевая, конечно, но. Так, а кто-то сейчас выполняет задание? Да, выполняем. Мне кажется, мы вместе одно и то же. Да? Да? Так. Это было задание сильное, серьезное. Да. Может быть, это кто-то из вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. А сколько, кстати, попыток? Может, здесь больше попыток, когда... Нет. Это стандартная история. Две попытки. Блин. Все. То есть одна попытка промаха, правильно? Ну, да, да. А, я попутала рубашку, ладно. Хорошо, допустим. Так. Блин, на самом деле, я в принципе... Мне в принципе тяжело быть... искателем. Ага. А тут еще и вы только вдвоем. Это вообще ужас. Да. Несмотря на то, что я знаю, какой рубашке Йоши. Ну, вернее, майки. Ну, вот эта вот футболочка. Ага. Так. Я нахожусь рядом с вами? Нет, не со мной. Нет, со мной тоже не рядом. Йоша, а ты знаешь хоть один, блин, хоть одно задание? Ой, я, кажется, одно нашла. Это оно? А вот сейчас? Сейчас, да. Да? О, я видела, вы рядышком были, да. Значит, вот это вот Йоши. Блин. Ладно. Да, это Йоши! Это Йоши! Это Йоши! Смысле, стойте! Нет, я вижу тебя. А я могу шифтовать? Я не могу шифтовать. Я потеряла Йоши. О боже, реально можно убежать. Нету, нет. Поймала Йоши. Так, Ульян, но у меня осталось одно задание. Я, его я могу подсказывать, Ульян, кому? Она около спавна. Около спавна она. Так я что, знаю, где? А, это вот. Нет, я не успела нажать на курок. На курок. Я уже, да, я уже прицелилась. А давайте реально так, если одного, о, я Хантер. Если одного Хантер прикончит, то другой становится его помощником. Ну, в общем. Тот, кого конечно. Он прикончит, да? Ну да. А то сложно. Согласна, да. А как вас, блин, найти? Это очень сложно. Да. Есть такое. Жесть какая. Вот этот, мне кажется, подозрительным. Я послежу за ним немножко. Что? Это ты? Это ты, что ли? Я буду следить за тобой. Ладно, ладно, подсказка, это не я. Это я Ульяна? Я так скажу, это даже не Ульяна. Нет, блин. А чё вы так много заданий повыполняли? Я тебе больше скажу, Ульяна, пока звучает. Тебя не было, еще и сделала красное задание. О, нет, я вижу, вот это красное выполнено. Давай так, я тебе подскажу, Ульяна на пляжу. Тут много всяких на пляжу. Она только что сделала задание. Да я поняла. Подожди, она желтенькая? Нет. Мы оба... Нет, я лежала на пляжу. Мы оба синеватого оттенка. Да ну вас! Я сейчас буду стрелять просто куда попало. Это ужасно. Нет, синеватый оттенок, синеватый. Ладно, мы еще на пляжу. Да что вы... А вы хотите, а чтобы я вас убила? А на пляже, как правильно? На пляже, конечно. Вообще на пляже. Ладно. Вот ты. Нет, ладно, нет. Ты на кого направила? Вот ты? Почему все ко мне идете? Все синие хотят с тобой поздороваться, познакомиться. Почему здесь так много синих? Да, мы любим небо. Вон в того буду стрелять. Если что, я ушла. А, значит, я знаю, где ты была. Но я тебя не найду уже. Это очень хорошо. Вот тебя буду стрелять. Нет, ну ладно. Да у меня не осталось шанса. Давай срочно, шифтуй на пляж. Давай, на пляж. Да зачем? Вы что, хотите мне поддаться, что ли? Это же не поддавки, так не должно быть. Ну и что? Ну и что, тут много синих опять, Лан. Очень много. А у меня один выстрел остался. Один выстрел? Один труб, как говорила. Вот в этого буду стрелять. Да. Ну что ж ты? Реально? Молодечек, да. А как так? Капец. Ну, вот как-то, не знаю. Блин. Вот видишь, почувствовала. Почувствовала. Но пока не могу чувствовать дальше. Как-то не чувствуется больше ничего. Не, мне кажется, это нереально. А, подожди, я должна тебе помогать. Да. Значит, мост. Вот этот фиолетовый, что ли, стоит. Ты совсем? Надо подумать, Илана, Ёша же какой, ты помнишь? Ёша голубенькая. Что? Это была цена ошибки. Короче, когда Ульяна сказала, что на мосту,
и типа сказала, что ну, синеватый оттенок. Но я несколько раз сбросил. У меня есть подтверждение этому. Я записывал экран, ага, если что. Там просто было два человека. Ну ты такая, ой, фиолетовенький, фиолетовенький. Да, фиолетовенький, конечно. Так, я опять, господи, в общем, ищу вас, если что, охотник я. Понятно? Хорошо. Да. Так, ну что ж. Но ты не рядом с нами абсолютно. Да, потому что задание не там было выполнено. Но теперь же вы уйдете отсюда. Думаешь? Да нет, мы там остались. Прям капец. Блин, не прыгается. Хотела спрыгнуть так на голову кому-то. Это еще зачем? Чтоб напугать. Да ты и так уже напугала тем, что хотела спрыгнуть. Слушайте, на самом-то деле, мне кажется, что хорошая идея иметь здесь хардмод. Хардмод, знаете, на уровне, ну, например, меньше секунд перед оповещением, что какой-то человек сделал какое-то задание. Ну да. Это ну прям, да, мне кажется, согласна, очень даже. Может, кто-то побегать там захочет немного. Ах вы, а я даже не знаю, где это задание. А я, кстати, не знаю, как тебе сказать, где это задание. А зачем мне говорить, где это задание? Я просто рядом. Ну, уже ушла. Ну, нет, еще не ушла. Блин. Так, ну, остается одно задание. Я вот так похожу возле Ланы, вот так похожу, вот так вот похожу. Блин, я не вижу ничего. Все, походил, уже ушел, Лан. Уже все, уже нечего тебе поддаваться. Неправда. Хватит тебе поддаваться, все. Угу. Я хочу сказать, что у меня такая зелененькая футболочка. Да я понимаю, что ты их много. Если я сейчас выстрелю в кого-то в зеленой футболочке. Нет, нет, нет. Это будет нет, сразу она такая бирюзовая, скорее не зеленая, а бирюзовая такая. Нет, подожди. Да какая блин разница, их все равно очень много здесь. Да, очень сложно. Нужно сначала понять, какой цвет. А какой. У вас, наверное, уже мало заданий осталось, правильно? Да. Ну, блин, одно. Это ужасная роль. Здесь согласна. Вот лучше быть тем, кто прячется. Да. Это ж вообще можно абсолютно незаметно. Чего? Это ты? Нет. Нет, сказано да было. Нет. Я за ну ней прям шифтую. Было. Крутишь ты да лицом. Я не видел. Крутись камерой вот так. Нет, это сложно, это правда сложно. Опять я хайдер. Да что ж мне такое? Мне надоело, я не хочу больше искать. Сейчас от этого застрелю и умру. Давайте нет, сразу. Нет, не делай глупостей. Давай так, я зеленая футболка. Ну и что? Я красная. А зачем в этом? Зеленая футболка. Ну так хотя бы чуть лучше будет тебе, нет? Не уверена. Ну вот за этой... Не, вот, а чё ты? И главное, знаете, чё самое смешное? Она молчит. Ну а ты я же, следила. Ну разговаривай ты хотя бы, хоть блин поговори со мной но немножко. Ты же выполнил задание, я да же следила. И что? И что? Капец. Ладно, давай буду говорить, где Ульяна. Ульяна в другой части карты. Ну ты в правильном направлении сейчас шла. В правильном направлении шла. Шла в правильном. Шифтуй! Ну в смысле не шифтуй, просто беги. Так, теплее. А вот это? Идет наверх, что ли? А ну-ка. Где наверх тут вообще? Кто тут наверх? Нет, там нет. Нет, ее там. Холодно! Замерз! Замерз, очень сильно замерз. А вот так теплее? Так. Нет, холодно. Да блин. Теплее, а все, в эту сторону теплее. Красным. Вот сюда теплее, все. Такс. Блин, такс. Она знает, что я в красном. Такс. Что тут у нас? Что-то прыгает. Мемы. Давайте так, посмотрим. А ха-ха, наконец-то. Прыжочки. Попрыгались. Пройдемте. Шифтуй! Это ты, да. Ну ладно, надо было хоть раз выиграть, и Лане надо было. Ну так, чтобы по-честному. Спасибо большое, спасибо. Ура, наконец-то! Блин, сейчас надо мной издеваться будут. Нет, мы будем иногда шифтовать. Минутку. А, Ульян, ты выигрывала? Я что-то забыл. А я не помню, кстати. Я правда не помню. Я была хантером, но кажется... Не, я не знаю. Не побеждала, да? Я не могу точно вам сказать. Ну смотри, я сразу так скажу, Лана там на пляже. В каком пляже? Тут нет пляжа. На пляжу. Хорошо. А у вас не оранжевая случайная футболка? Нет. Нет. У меня такая какая-то фиолетовенькая. У меня такая какая-то малиновенькая. Эх, ладно, допустим. Я просто вижу тут одно задание. Я думала, что... Я дважды его выполняла, и... Но ты очень холодно, очень далеко. Очень далеко от Ланы. А была близко. Была близко. А теперь далеко. А теперь далеко. Была близко?
В смысле, я тут была? Как-то... Ну, значит, я там тоже вот была. Вот видишь, она на камушке, пешочком идет, с камушка, понимаешь? Да. Слышь, какой камушек? Тут есть камушек? Ну, она теперь, она ближе к центру уже, ближе к центру. А ты, главное, только, да, сдаешь? На возвышенности, да. На возвышенности. Уже на заниженности. На заниженности, уже около спавна, прям а около спавна. А мы передвигаемся. Да, блин, около я только спавна. Тут почему-то хожу. А ты где, Ёж? Ёж, тем временем выполнил красное задание. Я очень задание. Долго стоял, очень долго стоял. Ладно, да у Ланы... Я думала, красное это не там. Такая, так, как это, какой это цвет малиновая, вообще? Фуксия, наверное, какая-то. Фуксия. 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 Да. Так я оделась на около... вот эту вот фуксия. Да, что ли, да? Чё-то Блин! Ёши! Хорошо, Ульян, теперь я тебе помогаю. Осталось два белых задания. Два задания. Я тебе могу сказать, какое... А какое? А я не знаю, где эти задания, Ульян, извини. А вот какой-то кто-то делает, но их тут двое. Кто-то делает. Кто-то делает задание какое-то. Блин, а какое у Ёши? У Ёши какая футболка? Не, у Ёши такая малиновая, нет? Нет, у меня была малиновая. Остановился. Это Ёши? Кто? Не знаю. Вот это вот. Я не дошла. Я так прям голос свой. Кто? Типа такой, типа, а? Кто? О ком речь, простите? Ты просто остановился резко. Ура, какой-то он подумал. Ну что ж. Месть? Да ну я уже побеждал. Мы уже выиграли, каждый... Уже каждый по разу победил, да. Да, уже все, это настоящая борьба. Скажите просто свой цвет, давайте так, свой цвет. Ну, у меня такой голубенький, я бы сказала. Оранжевенький. Так, оранжевенький. Ну, такой светло-голубой, знаешь? Да елки. Ну и чё? Ты ж не знаешь, что вообще был. А ты сразу взял и потратил? Да он развернулся, как дурисик. Я подумал, что ты такая... Ой, красная, так не вовремя. У меня красное задание. Мама, да, дорогая. Да, конечно, Ёши. Я уже... А, что? Самая быстрая рука. Откуда Дикого ты знаешь? Запада. Ну, 4 секунды оттуда. Ну, Ёши знал оранжевый, да, цвет. Блин, обалдеть. Так. Ульяна, надо еще прилично заданий так-то. Прилично да, так-то. Очень много, на самом деле. Ну, вот на одно меньше стало только что. Да. Такс-такс-такс. Такс-такс-такс. Опа. Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж. Так, за 8 секунд могла ли ты... Ага, непонятно. Что это случилось? Непонятно, непонятно, непонятно. Стоять! Это что? Это я... Ты у себя пристрелился. Себя зафигачил. Ладно, ребят, каждый по одному разу победил. Я считаю, что очень неплохо закончилось видео. Так что, если вам зашла такая тематика, то можете написать об этом в комментариях. Но, повторю, мы обязательно придем сюда с ребятами из Дискорда, потому что это нам тоже очень зашло. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока. Пока.